Ну что, я хочу поиграть битву за материнский корабль и выбираю танк Теслу. Синенькую. Давайте мы ее прокачаем. Немножко прокачали. Все, поехали. Так, сейчас мы вас молнией будем гасить. О! Так, молния мне пока не особо сильная, конечно. Не особо мощная. Ну, хоть столько, сколько возможно вообще. Будем прокачивать Теслу. О, здоровье уже уменьшилось. Давайте тут подлечимся. Вот, немножко. Так, мне нужно где-то прятаться, я думаю, да? На рожон не идти на танке. Все равно я могу сдалека их уничтожать. Все. Так, едем дальше. Опа, смотри, какую пирамидку я делаю. Есть. Так, 20 монет. Этот 20 монет приносит. Эти по 7 монет нам дают. Так, ну вот у нас лазерная пасть, босс. Так, подождем его. А, хотя... Что ждать? Давай поближе подъедем. Вот, все. Попался. Сейчас мы его прожарим. Готов. Так, сколько нам дали монет за него? Что-то я не увидел. Ладно. Едем дальше мочить. Танки. Вражеские. Опа! Так, долго я его прожариваю, конечно. Все-таки молния слабенькая еще пока. Тесла у меня не прокачанный. Танк надо прокачивать, но, к сожалению, пока карточек на этот танк я не имею. Опа! Так, тихо. Давай еще тебя прожарим. Ага, так назад я не могу бить. Вот. О, целых два вас. Давай, 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 еще немножко. А как этот будет? А, смотри, он ниже-то не может проехать. А, нет, спускается. Офигеть. Спускается и вниз. Ладно. Так, мне нужно поближе подъехать. Вот. Мать, тебе не понравилось, да, как я тебя стреляю издалека? Так, опять кто-то летит. О! Давайте пирамидку делать. Ух ты, это меня прожаривает все-таки. Опа, не успел. Не дотянулся. Давайте здесь подождем. Постоим. Опа! Так, два сразу, да, вражеских танка. Все, прожариваем, прожариваем. Сколько у меня получится, столько я буду вас прожаривать. А, два горизонтальных, смотри. Два горизонтальных таких. Я не знаю, как, но это не танки, как бы, это дроны, наверное, да, скорее всего. Опа, вертикальный дрон. Тихо. На, получи, дружище. Вертикальные дроны, они тоже очень весьма опасны. Подлетит такая штука, над тобой зависнет и начнет лазером тебя долбить. Опа! Давай, 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 еще немножко. Ну, у меня перезарядка долгая. Ну, есть. Так, до босса я дойду или нет, ребята? Вот в чем вопрос. По идее, возможно, если аккуратно. Продолжать их уничтожать. Так, ну все, тут остался один или два вражеских корабля. Опа! Нет-нет-нет-нет, давай прожарим. Успеем его. Есть, да. Так, босс у меня обычный. У меня бабушка. Кнут. Так, на, получай кнутик. Не надо мне твои пирожки. Иди нафиг.
блин, смотри, что творит, а. Есть. Ну вот, нам повезло. Так, быстренько подлечимся. Так, и его заберем, ремкомплект. Слабый ремкомплект, конечно. Так, до 2000 дойдем. Постараемся, посмотрим. Опа! Вот она. Вот они, дроны. Ну, еще парочку дрончиков уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь я лучше спрячусь. Да. Это самое хорошее место у меня. Ах, уничтожили. 570, одна монетка была заработана. Нормально. Битва за материнский корабль. Давайте выберем какую-нибудь. Ну почему бы не Катюшу? Так, прокачаем. А, нет монет, кончились монетки. Так, ну что, денег не хватает. Ну поехали, поехали. Проедем. Так, у меня супер удар тут есть, да? Ну ладно. Так, дружище, получай, готов. Следующий. Так, Катюша. 200 монет надо. Чтоб купить. Полностью. Опа, гад, смотри. Подлетел. Где он? Вот он идет. На тебе, вонючка. Все, уничтожили. Едем дальше. Опа. Так, а ну-ка, давай сюда иди. Вот, вонючки, вонючки. Да сколько вас тут много. Давайте суперудар возьмем. Так, помогает. Немножко помог суперудар. Так, опять ты косячишь, да? Не можешь попасть. Так, я сейчас засну. Где танки-то? Где танки, а? Так, вот, вот он, дрон. Так, дрон один показался, и все, и никого больше нету, да? Ладно. Так, ты мне не нужен. Отвали от меня. А, скорее всего, это я последний. Да, материнский корабль, короче. Так мы до этого материнского корабля не дойдем. Это просто тупо карта. Какая обычная, бесконечная. Так, все мне не могут дать нашего босса. Так мы далеко не продвинемся, если меня так будут щелкать. Даже на 100% я не подлечился. Какой позор. Так. А, смотри. Они, получается, у нас прозрачные, да? Все. Супер удар! Получай. Ого. Замес такой, да? Конкретный. Причем замес. О, у меня же арахнит есть. Я могу арахнидом попробовать повоевать здесь. Так, ребята, вы не боитесь арахнида, если я арахнида сейчас запущу вам? Так, давайте уничтожим гадов. Дроны. Ну, дроны вроде бы слабые, я их легко уничтожаю. Только что они противные, да? Противные, противные. Так, Катюша против Катюши. Ой, нет, это не Катюша, это красный. Так, смотри, какой-то головастик маленький, да? В этом, вон ложки. Инопланетянин какой-то. Под вид человека. Если сравнивать размеры. О, Катюша против Катюши. Классно было, на заставку можно было поставить такой. Так, едет у нас дружище-повелитель. Давай, едь сюда. Получай. Сколько ты мне монеток дашь? Дай мне побольше монеток. Мало дал. Да. Ну, уже 1200. Смотри, прям этот режим хорошо можно подзаработать на этом режиме. Не знаю, почему он так дешево стал, 11 тысяч. Можно было сделать 1050. Прикинь, 50 тысяч режим стоит такой. О!
Так, что это тут одни такие у меня горизонталики? Все, готово. Уничтожили мы этих злодеев. Опа, бригада, бригада. Вижу. Так, ну я-то могу сдалека стрелять на вас. Правильно, вот здесь я сейчас стану. Вот так вот. Так, горизонтал. А, так, да, горизонтал. Вертикалочка. На тебе. А где там было много танков? Ага, неужели они там все взорвались? Так, постоим. Постреляем. Во! Сумасшедшая Катюша, да? Всех мочит. Так, готово. О, давай, 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 всех мочим. Злодеев этих. Так, здесь сейчас постоим. Вот, уже 1500, прикинь. Ага. Так, ой, ребятушки здесь. Ой-ой-ой-ой. Ох ты, молодец, взорвал меня, гад.